Сейчас, конечно, удивительное время. Скорость распространения творчества в интернете иногда опережает скорость совершенствования этого творчества. Но если все совпадает, то это блестяще. Немножечко так слышала, что есть девочка, которая исполняет чудо-песенку. На камеру я привыкла больше петь, чем говорить. У нас есть родственники за границей, и мы записали для них песню, которую мы специально для них выучили. Но по почте этот файл не проходил, так как был очень большой, и пришлось выложить его в интернет. Коричневая пуговка валялась на дороге, никто не замечал ее в коричневой пыли. А вот дальше я не помню. Мои родители за меня беспокоятся. Мама, она сама говорит, что она за меня волнуется. Но папа всегда за меня волнуется, я сама это знаю. Будешь с папой разговаривать? Да. Да? Да. Привет, пап. Из всего предложенного ассортимента музыкальных инструментов, которые ей мог предложить папа, который души в ней не чает, ей понравился фортепиано. И там еще много так клавиш, и черно-белая такая, черно-белая, черно-белая. Я еще их пыталась считать, но всегда сбивалась со счетом. Это мое первое выступление с песней не в интернете, а перед настоящими зрителями.